Всем здравствуйте! Меня зовут Мария. Сегодня я буду испытывать средства для кухонных поверхностей от компании Faberlic. Буду испытывать на термосе. Посмотрим, что получится. Наносим средство на губку и распределяем по термосу. Вау! Посмотрите! Прямо на глазах все это отходит. Я не представляю, сколько бы это я терла просто тряпочкой. Смотрите, это просто потрясающе. Испытываю первый раз. Поэтому все мои эмоции можете слышать. Такс. Все, теперь мы это смываем. Ну все, я смыла средство. Я более чем довольна. Поэтому обратите внимание на средство для кухонных поверхностей. Артикул 11218. Всего доброго!